на продолжение бессрочного протеста в поддержку Сергея Ивановича Фургала. Мы требуем его медицинское обследование. Мы пишем к президенту, мы пишем во все органы. Нам приходят отписки. Сергею Ивановичу продолжается не оказывается медицинская помощь. Позор власти, которая закрыла заложников и держит в заложниках народного губернатора. Власти – позор. Правительству – позор. СКР – позор. В таком государстве не может быть свободы слова. Нет будущего для наших детей. Это геноцид народа, когда можно одного человека взять и просто закрыть на 12 месяцев и просто оставить умирать без всякой помощи. И сотни, тысячи подписей ничего не могут сделать, власть не слышит. Люди, посмотрите, какая власть у вас, не будьте равнодушными, сопротивляйтесь, заявляйте о своих правах. Вот мы заявляем о своих правах. Наше право нарушено, мы выбрали народного губернатора. Нет беспределу! Нет беспределу! Нет беспределу! Нет беспределу! Нет беспределу! Нет беспределу!